Всем огромный августовский привет. Я знаю, что я зажимаю Project Pam уже на несколько дней. Но серьезно, за мной визги детской площадки, потому что меня сейчас пока некому подменить. Снимать с детскими руками в кадре с растаскиванием косметики и прочее я пыталась. В итоге мои давние румяна приказали долго жить. Ну, не совсем долго, там еще что-то осталось. Ну, как в том анекдоте: «Мама, мама, а ты знаешь, насколько хватает зубной пасты?» «Нет, сынок, не знаю. Мама, на две комнаты и половинку коридора». Вот, полбанки румян Фаберлик в шайбочке хватило толстым слоем ребенку обмазаться от глаз до пупка. Вот такие румяна очень долго отмывались. Так что пока видео задерживается. Зато вот, воспользовалась блеском Project Penistom. Всех люблю, всем августовский привет, пока-пока. У меня бьюти-беда. Моя красивая самонаборная палетка взяла и упала, разбилась. Один рефил минус, все в тенях. Этот рефил от Сакары отскочил от магнита, вообще валялся на полу, но без потерь. И где-то там два вот таких маленьких рефила надо искать. Капец. Потянулась, блин, румян добавить в утренний макияж. У нас что у нас? День ВДВ, 2 августа. Сейчас буду быстро искать, чем примять, спрессовать, хоть чуть-чуть сохранить понравившегося мне желтенького. Вот такой, блин, прогресс. Эх, утро. А так все хорошо начиналось.